Придет поставить галочку знаменитый актер Жерар Депардье собирается принять участие в голосовании на выборах в России. У него есть на это законное право, ведь уже 3 года Депардье гражданин нашей страны. О своем желании актер заявил в Саранске, где, собственно, и зарегистрирован француз. Там он открыл культурный центр имени себя. Проголосовать Депардье, как и любой россиянин, сможет 18 сентября. Ну, а сегодня в России начинается досрочное голосование для жителей труднодоступных районов. На бюллетени спецсвязью доставлены уже Наймал, Алтай, Иркутскую область и другие регионы. По традиции досрочно проголосуют оленеводы, вахтовики, экипажи судов, сотрудники полярных станций. Одним словом, все те, кто 18 сентября будет за пределами родного региона. Эта процедура продлится вплоть до 17 сентября.